Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Шестой день, забираем 15 тысяч монет плюс 10 кристаллов. Так, бесплатный сундук, само собой, сразу же его забираем. Так, управление в воздухе, ускоритель дым. Допустим. Так, события, команда. Команда, у нас результаты, друзья мои, результаты, давайте смотреть. Так, мы опять в полном днище, ребят. Так, колесный ускоритель, монеты, так, металлолом, далее. Мои финальные баллы, 5 баллов всего лишь. Так, сундук. Магнит, так, это у нас монетный ускоритель для вертушки. Так, всем привет, да? Правда, в это время уже все, наверное, спят. А я один полуночный тут шоркаюсь. Ладно, на всякий случай, вдруг кто-нибудь да не спит. Так, ладно, что я хотел? Я хотел, ребята, прокачать. Можно мне? У меня денег хватает на... Так, у нас форсаж выпадает на... Фига себе, все эти награды выпали на Буран. 262, слушай, по-моему, хватит. Я вначале... Что-то я потерялся, не знаю, за что схватиться. Гонка, да? Гонка, блин, опять луноход разыгрывается. Да, мы можем прокачать. Давай сделаем так. И 230 нужно, тогда будет сцепление полностью у нас прокачанное. Полностью. Воздушный тормоз. Если затормозить воздух, спустите быстрее. Мощность, не знаю, на что влияет мощность. Так, ребят, меняем внешний вид нашего водителя. Кого бы, блин, сделать-то? Девчонка с рогами. Блин. Давай вот этого. Давно не было у нас мусорщика. Пускай будет с помойным ведром на голове. Ну что, фабричный кубок. Фабричные настройки у нас. Первая миссия. Попробуем. Отлично, отлично едем. Что это? Там уже раллийное авто сзади. Ёк-макарёк, нам надо отрываться как можно быстрее. Все, первое место взяли. Первая позиция. Торец фабрики. Что значит торец фабрики? Какой еще торец фабрики? Ребят, я не согласен ни на какие торцы фабрики. Давай. Да поднажми ты. Не надо тут выкрутаться. Вот. Все, первое место, отлично. И последняя у нас гонка. Последняя же, да? Сможем ли мы здесь выкрутиться? Выйти сухими из воды. Слушай, это раллийное авто меня уже достало. Оно сзади меня преследует. Фига на улице, как, ребята, гром гремит. Я надеюсь, вам не слышно этого. Все, первый и самый лучший. Так, ребята, у нас 20 деталей. Тут очень будет короткий сегодня промежуток. Смотри-ка, Свит в Кей не спит. Привет. Так, ну а мы дальше. Райская бухта. Райская бухта. Знаешь что, мы, наверное, поедем. Да нет. Слушай, мне не нравятся такие колеса. Можно поменять? Что за колеса такие дурацкие? Нет, что-нибудь такое, вот. Пускай такие будут. Ну что, Райская бухта, само собой, здесь, ребят, песочек, барханы. Блин, тут уже и лихача подсунул кто-то. Да что? Там камни, ёк-макарёк. А я думаю, что такое? Там камушки, ребят, были. Слушай, с лихачом, если честно, с лихачом-то здесь... Не, он шуршал, ребят.
Он мне даже шанса не дал здесь. Хотя у него машина уже, честно говоря, наладом дышит. Не знаю, на что он там рассчитывает. Ну, я первый. Я первый, я лучший. А эта машина там еле-еле доковыляла. Еще удивлен, как она не размазалась только. Рэй в конце клуба не играет почти. Это место 48-50. Рэй в конце клуба не играет почти. В конце клуба... Один километр. Командный сундук. Ну да, согласен, согласен. Так, ладно, этих удаляем тогда. Почти, не почти не играет, они вообще не играют. Так, Максим удален. Подожди, а вот... Удаляем, да, полностью тогда получается. Вот так вот. Все. Продолжаем. У нас забытое шоссе. Давай попробуем проехаться на нашем раллийном авто. Плюс вот, как мы с тобой уже поставили магнит. Ты посмотри. Они сразу, они, ребята, они начинают мне искать очень лютых противников. Ты заметил? Я сейчас перевернусь нафиг. Не, нормально обошлось. Фига, они мне лихачей, блин, в команду воткнули против меня. Играй, как говорится, как хочешь. Блин, где там финиш-то уже? Вот он. А что, одна гонка? Да, ребят, опять была одна гонка. И они приехали, полуразвалившиеся. Так, кубок лесов. Ну, давай попробуем. Опять же, на раллийном авто опять... Ох ты, спорт, нифига тут. Есть. Как с куста всех обошел. Ну, слушай, они, а что они так там наяривают-то? Просто бомб... Ну, ладно, там спорткар, я ничего не говорю. Ну, как на мотороллере можно, извини меня, выделываться? Есть. Все равно не поспоришь, да? Против монетного ускорителя. И против магнита. Мулан, кто там еще? Дрюкс какой-то. Ну, тут я сам виноват. Тут я сам виноват. Ладно, все равно первое место. Виноват я в том, что врезался вниз там. В бугур этот никудышный. Так, день гонок. Я день гонок попробую опять же на раллийном авто. Мне понравилось с монетным ускорителем, ребят, тут шпарить. Они сами еще творят. Я крутой, они мне еще врагов круче делают. Я удивлен, что тут баги как-то умудряются выделываться. А, тоже с монетным ускорителем, понял. Да, конечно. Разогнался парнишка. Слушай, ну он там так начал скорость набирать. За счет своей трубы, что ли, этой? Не знаю, за счет чего он там начал набирать скорость. Мне что-то там отлетело, по-моему, ребят. Что-то отлетело. Все, опять же, я первый. Ну что, третья гонка у нас. Третья, друзья мои, гоночка. Они там еще, смотри-ка, и с крыльями.
То есть он тоже, ребят, с монетным ускорителем, гаденыш. И, скорее всего, у него монетный ускоритель прокачан получше, чем мой. Потому что он как-то ускоряется лучше, чем я. Ну, естественно, когда берет монеты. Так-с, берем сундук, открываем. Магнит. Кстати, магнит мы можем прокачать на наш супердизель. Для супердизеля магнит, ты сам знаешь, это топчик. Потому что он у нас как раз на монетном ускорителе, да, едет. Фига, это что там такое, ребят? Тьфу ты. Хуже всех еду. Четвертым приехал. Даже не понимаю, как так получилось. Да это, наверное, из-за этих колес, ребят. Что, где-то были колеса? Вот я там начал фейлиться. Заедем? Поздняк метаться, ребят. Короче, и тут, по-моему, сфейлился. Так, Леон тут какой-то... Каким я там еду? Вторым. Ну, вторым это не последним. Вторым бы приехать было бы нормально, я думаю. Ну, если взять по зачетке второе место. Не, монетный ускоритель все-таки, ребят... Вот, опять. Ну, благо здесь хоть нормально проехали. А, вспомнил я. Ух. Да иди. Паршивец, а. Я еще и третье место получил. Зашибись. Нормально, ребят. Что-то моя машина перестала ехать. Третьим. Как фуфлыжник приехать третьим. Так ты посмотри, оно мне не, вообще разгон не берет. Вообще не едет. Все фиг знает там куда пролетает, а моя машина. Давай уж едь. Все-таки занял тут. Ладно, одно первое место есть. Че он так начинает-то все борзо? Да я еду, фиг его знает. Юху! Сам для себя не ожидал, что так проеду замечательно. Так, на ХКР-ке первой части, ребята, я набил... 7 миллионов монет. Так что в следующей серии будем прокачивать какую-то машину. Так, теперь вертушка. Но вертушка, я смотрю, без с нитро едет. Да, с нитро. Трындец. Я даже ее не смог обогнать. А потому что не было никаких монет, ничего не было, чтобы мне могло как-то помочь в ускорении. Опять эта вертуха, блин. Ну вот тут монеты мне помогли. Тут прям перед финишем подобрал их и немножечко бустанулся. За счет этого, конечно же, эту вот вертушку и смог обогнать. Скажем так. Фигей, он там пролетел. Так, ну мне все равно первое место. Тин-тин-тин-тин-тин. Темные дороги. Темные дороги. Поехали. Ну. Так. Полет пока идет отличный у нас. И первое место взято. Замечательно. Погнали. Так, вопрос, как вертушка вот это вот сейчас пролетела? Объясни-ка мне.
Что он там делает? Как он так летает, я не могу понять. Такого просто не может быть. На нем ничего такого нет. Ну, идеальное приземление есть. Но это не говорит о том, что он так может пролетать. Извини меня, такие расстояния бешеные есть. Конечно, он делал до 10 уровня, не прокачано это. Приземление идеальное. Вот это да, вот это было. Оп! Блин, второй. Все равно второй, а. Ну, приехал, ну, по очкам все равно первый, ребят. Грязное ралли. Все никак не могу. Вот, напиши-ка мне в комментариях, как тебе вот такая вот сборочка, которая вот у меня. Нормальная она или. Или я просто завышаю сам себе что-то, я не знаю. Ну, я имею в виду, если я вот еду с монетным ускорителем и. Со всем тем, что у нас вот есть. А то ты знаешь, я такой вредный, что иногда самые хорошие топовые, как говорится, прокачки, мне кажется, они слабые или недостаточно хорошие. Ну ты понимаешь, о чем я, да? Вот на ровных трассах это вообще топ. А вот как стоит в каких-то горах шоркаться. Почему-то этот монетный ускоритель и нитро это не помогает мне. А вот на ровных, вот типа таких трасс, на дорогах вообще топовое заходит. Видишь, это он супер тачка хочет меня обогнать. Но не тут-то было. А тут еще и 4 трассы, ко всему прочему. Так что вы крутасы. Вы крутасы. Иван, я понял, почему, ребята, он бустится. У него же ракета. Да ну. Трындец какой-то. Постоянно на последней какой-нибудь гонке я всегда сфейливаюсь, ребят. Я не знаю, с чем это связано. Постоянно. Причем идешь первым, потом бац, сдулся. С чего вдруг сдулся, непонятно. Вот скажи, вот нафига надо было так подлетать-то, а? Вот зачем? Я даже не увидел, что я перевернулся, прикинь. Я смотрел вперед, думал, что меня там ждет впереди. А он у меня уже, оказывается, вниз головой летит. Нормально расклад. Еще не долетел, позорище. Вот это рытый опозорился, а. Так, давай-ка тут вниз. Фига там поразбивались чумачки. Ты видел? Так, ладно, если мы сейчас с тобой займем хотя бы первое место, мы будем вторыми. ККМ-ка сзади. Вот это вот это хуже не придумаешь, блин, когда валун этот паршивец встает на твоем пути. Так, я попробую здесь пролететь. Вот. Слушай, ну сейчас хорошо. Так, 5 очков и место у меня. Вот второе, отлично. Болотистая дорога. Фу, болотистая дорога. Я думаю, что мы на. А тут можно было бы, в принципе, на супердизеле даже, да? Кто там запыхтел? Вижу, кто там пыхтит. Первым приехал, отлично. Давай дальше. Сельская дорога. Без идеального, блин, ускорения, как всегда, блин. Может быть, она нам нафиг не нужна, а? Я понизу поеду.
Я по верху не поехал лишь потому, что я туда не вписался. Четко. Ну что, последняя. Последняя гонка. Так, подожди. Неужели пипеточник нас обгонит? Да, обогнал. Нет, не обогнал, ребята. Он не обогнал нас. Пипеточник перед самым финишем решил взлететь наверх. Я не знаю для чего, но он взлетел наверх. Фига, я тут несусь. Да, таких скоростей я уже давно не помню, ребят. Но это было круто. Просто на одном дыхании пролетел. Пули свистели над головой, я сверкал пятками. Нет, покрышками. Я сверкал покрышками. Дурачок, вот сейчас до Ай! Все. Причем там два погибло. Я еще кто-то. Слушай, а этот тоже, ребята, они все с монет. Все с монетным искрителем, прикинь. То есть, получается, выиграет тот, у кого монетный искритель прокачан круче, верно? Не надо, блин, есть. Так, ребят, помню, я первый. Да, я приехал первым. И это круто. Так, что у нас тут? Два этапа. Блин, денег мало. 95 тысяч, нужно 230 тысяч. Это чтобы прокачать нам с тобой сцепление по фулке. Так. Ух, как летим. Как птички. Мне нравится. Ё-моё, я уже думал, неужели не первый? Видел? Прилетел там откуда-то. Оказывается, не я тут только птичка. Тут еще есть птички, которые летают покруче меня. Вон, с крылышками. Хоба. Там и с форсажами, с крыльями, с нейтро летят. Ёк-макарёк. Кубок застойный. Ну, в застойном кубке, извините, я... Блин, знаешь, что я хотел? Я хотел посмотреть, а можно ли мне прокачать что-то на моей тачке. Потому что... О, танк. 100 лет его не видел. Честно говоря, еще бы столько бы не видеть его. Тихо, Рэй. Фига ты красавчик. Ты прям, блин, топово зарулил. Замечательно. Эти крокодилы почему-то мне напоминают собак, которые тут стоят. Так, а кто-то мне попросил что-то там вызов друзьям как-то сделать. Че, отправить ссылку? Кто-то мне говорил, оставь там какой-то штрих-код на друзей. Так не понял, о чем вы говорили, какой штрих-код на друзья. Или код какой-то вам отправить надо. В общем, честно говоря, не особо я понял, что от меня там требовалось. Йоу, отлично. Фу. Пулей. Меня надо звать не Рэй, а надо звать Пуля. Буллет. Давай. Твою. Нифига не отлично. Танк, ну ты-то куда лезешь, а? Почему так летает офигенно? Биг Дог. Вот и продули мы Биг Догу. Путешествие на пальцах. Почему такое название? Путешествие на пальцах. Почему путешествие не на ладошках, а на пальцах? О, ребят, тут мотоциклы. Что я тут с ними буду делать?
Да ничего. Втихую смотреть, как они меня будут здесь обгонять. Тот на какой-то параше первым приехал. Ну, я не знаю, ребят. Не, ну... Чего у него там форсаж свистит, мне кажется. Смотри, как он летит. Джуниор, блин. Хе-хе-хе. Вот и все. Мы уть-уть-уть сделали этого джуниора. Как действительно джуниора. Тотти. У него крылья, что ли, там, не пойму еще. Этот вниз там улетел. Паршивец. Так, ну второе место, фиг с ним. Байку проиграть. Это, конечно, ребята. Да. Проиграть байку. Даже не спортивному этому, а байку. Понимаешь? Я даже не спортивный мотоцикл, это был байк. Меня же прям закорыбило что-то. Че, опять одна гонка, что ли, всего лишь здесь? Нет, вот он уже и финиш. Так, главная дорога. Так, они там вдвоем едут, да? А я, как всегда, там попрыгунчика поймал. Пипец. Ну давай еще этот меня обгонит, пускай вообще будет. Обедняк полнейший. Этих не смог догнать. Ладно, ничего страшного. Давай попробуем на этой гонке реабилитироваться. Не надо вниз только падать. Я знаю, что там внизу, ребят, пропасть. Кстати, пропасть и здесь будет, да? Да. Да ну что такое-то? Чё? Пипец, не могу и все, а. Едет, блин, я не могу его догнать. Ну, здесь-то уже на примехоньких-то... Блин, тут мотоцикл взялся теперь. Нет, монетный ускоритель надо еще прокачивать. Ну и форсаж тоже самое, ребят. Тогда будет топ. Тогда вообще будет топчик. Пока я не чувствую вот этой вот супер, так сказать, силы, супер тяги, я не знаю, как назвать. Супер результата. Горючий, смотри, сзади летит. Поймал бак. Смотри, чувак едет сзади с... Со мной на... Как сказать? На нитро. Плюс у меня монетный ускоритель. И он все равно сзади, гаденыш, был. Не отставал от меня. Так, это третья гонка у нас, да? А их всего 4 тут. Смотри, 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 что этот чупушило делает? Да не мотоцикл, я имею в виду, а этот рядом, который едет. Чух, все. Так, мы здесь мы тоже взяли. Так, ну что, у нас последняя гонка получается здесь.
Сможем ли мы здесь... Мы прям все, всем скопом там едем. Хорошо я так рванул, если честно. Вообще топово. Я представляю, если форсаж вообще прокачать по максималке, как он будет там выдавать из себя ту самую котлету, да? Так, ну что, я думаю, последняя гонка у нас сегодня. И мы получим кубки. Сколько там у нас? 20 тысяч кубков или 30 тысяч кубков? Я уже не помню. Есть. Мы же едем ради 30 тысяч кубков, да? По-моему, так. Блин, так тыквоголовый на форсаже это. А он еще и на этой. Как она называется, скажи мне, я скажу тебе. Это не спорткара. Твою налево, как называется-то? Формула, ёб, Магарёк, вот как называется. Санто Лючио. Давай. Есть шанс отличиться. Еще бы крылья, ребята, и было бы вообще топ. Просто бы летели бы как... Да. Взяли мы 30 самоцветов, друзья. И взяли мы с вами... А, 23 тысячи кубков. Че это я? 30 тысяч, ага. Губишки закатай обратно. Так, сфер, это нужно видеть, но... Так, я удалил их. Я их удалил. Так, что у нас тут? Застава, небесная скала, гонка, путешествие. О, да. Вертушка твою налево так прям едет. Божественно. Трындец. Буль-буль-буль, даже не собрали все. Но ты ведь понимаешь, что мы здесь... Какая-то она топорная, эта машина, если честно. Может быть, потому что, конечно, не раскачанная. Не знаю, друзья мои. Но что-то мне как-то на ней некомфортно. Вот сейчас мне на ней ехать некомфортно. Ну, я еще и горючее не взял. Ну, вообще замечательно. А горючка кончается. Все, подобрали. Вопрос в другом. Сможет ли она здесь заехать? Ну, здесь заехала. Хорошо. Угу. У нас только один лишь ящик. Так, тут что-то рекорд автобуса мы побили. Давай дальше ехать. Так, я вижу там горючее. И второй сундук у нас будет. Да, деньги тут, конечно, ребят, трындец. Замучишься копить. 100 тысяч только лишь. По 5 монеток, что ты хочешь-то? И сможем ли мы здесь перелететь? Ну, здесь вряд ли. И горючее я не взял. Сейчас запипикает. Пип-пип. Все, я доеду хоть до этих
А горючий 30 с лишним метров. А я успею взять. Третий сундук будет мой? Да. Третий сундук будет мой. Так, они показали, что горючее где-то было наверху. Я понял. Сто одна тысяча. Так, через... Ох, тут слишком крутой подъем. Опа, я взял. Смотри, 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 валяется. Перевернешь ты. Так. Вот так, друзья мои, мы с вами и на гонках. Ой, куда это я... Вот так вот мы с вами и на гонках ездим. Со своими вот записями других игроков. Как вот сейчас я ехал, да, со своими дубликатами. Также мы ездим и на гонках. Так, знаешь что? Я не замечаю горючки. Вон она, я вижу ее далеко, она слишком. Успеем взять? Успел. Ага. Тут надо разгона. Да иди ты. Давай, есть. Так, ребят, 4 сундука. О, вот эту вот горку-то мне и не взять, наверное, будет, скорее всего. Да, горючка кончится быстрее. Но я взял эту горку. Все, ребят. Слушай, ну я проехал тут нормально, я тебе скажу. Так, управление в воздухе, ускоритель, дым. Так, ну что, друзья, на этой ноте я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!